Я приветствую всех, Одесса на связи, 20 мая 2024 года. Утро в Одессе начинается с воздушной тревоги. Вот в 9:59 у нас объявили тревогу, причина — угроза удара баллистическими ракетами. И также есть информация о том, что взлетел истребитель МиГ-31, который является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Поэтому вся Украина находится в ракетной опасности. Тревога во всех областях. Вот, обстановочка тревожная, скажем так, с утра понедельника начинается неспокойно. Вот, но, в принципе, у нас все тихо, никаких взрывов не звучит, не звучало пока что. Вот, угроза баллистики присутствует, МиГ, скорее всего, патрулирование, а вот баллистику могут пустить. Вот, касательно баллистики, сообщают о том, что Миргород, Полтавская область, под обстрелом баллистики, где-то все равно туда полетели ракеты. Ладно, я на связи. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи. Всем пока.